Круглые сутки кристально чистая питьевая вода пробивается через закрытые пробки водопроводных ящиков и уходит в никуда. А жители дачного массива Кайнар-Булак только мечтают, чтобы в их кранах вместо шипения воздуха наконец раздался шум воды. Ее горожанам подают только в определенное время, всего на несколько часов. Воду пока с насосов дают, вот бассейн, ну там помыться, а питьевая вода, семья большая, нас... Вот этого нам не хватает. Водопровод в этом районе есть. И даже были установлены водяные счетчики. В торжественную обстановку воду дали в сентябре прошлого года. А уже через 2 недели ее отключили. Спустя некоторое время жители Кайнар-Булака обнаружили, что остались не только без воды, но и без счетчиков. Как попало, воду провели? Как попало? Это же вообще шланги вот такие положили, землей засыпали и все. Они приехали, платите. Сначала, говорит, штука. Кто-то там говорит, мне давайте вперед, я вам с полторы дам. Они говорят, все, с полторы. Другой говорит, я, говорит, две, говорит, дам, говорит, и чтобы, говорит, без проблем. Так они теперь уже, говорит, 2500. Ставка на повышение. Да, вот у них не от этого идет, что просто вот у нас есть, вы обязаны, мы уплатили, все, вы обязаны приехать, нам включить. Справили воду, все, а теперь уже 2500. Кто-то будет отдавать им 3, чтобы сделали, потом что, это будет уже 5. В отделе ЖКХ уверяют, что платить жителям Кайнар-Булака ни за что не надо. Единственное, что сейчас требуется от 200 абонентов, так это своевременно сдать документы уличкому или отнести их в водоканал. Ну, жалоба, которая поступила, мы на каждую жалобу готовы среагировать, но необходима при этом точная информация. Какой человек, например, это, конечно, за установку приборов что-то берет, не фамилия, имущество. Когда мы приходим, никто не может ни назвать ни имя, не это как же фамилию данного человека. Приборы учета на сегодняшний день устанавливаются это нашим государственным коммунальным предприятием, как его проводит вот канализация, а также дилерским участком водоканала. Приборы учета устанавливаются бесплатно. За установку прибора учета деньги не изымают. Чтобы не попасться на удочку мошенников, берущих деньги за подключение к водопроводным сетям, кайнар-булаковцам необходимо требовать документы, записывать данные и немедленно сообщать о незаконных поборах в водоканал, либо в городской отдел ЖКХ.